привет! В этом видео мы с вами свяжем ручки для нашей зайки. Для этого в кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый и шестой. Затягиваем наше кольцо и во втором ряду делаем 6 прибавок. Наша первая петелька, как всегда, тяжелая. Раз, два, первая прибавка. Вторая. Третья. Четвертая. Пятая. И шестая. Дальше в этом ряду я прикладываю контрастную нить. И во втором ряду мы будем с вами вязать один столбик, прибавка. И так 6 раз. Столбик. Прибавка. Так, довязала я третий ряд. Дальше 5 рядов с 4 по 8 нам нужно связать столбиками без накида, без прибавок и убавок. 5 рядов. Просто столбиками без накида. Когда я свяжу 5 рядов, я вернусь к вам. Итак, у меня 5 рядов связано. 9 ряд будем вязать следующим образом. 4 столбика без накида, убавка. Итак, 3 раза. Итак, 1, 2, 3, 4. И убавка. И снова 1, 2, 3, 4, убавка. И последний раз. 1, 2, 3, 4. Убавка. 10 ряд мы будем вязать 3 столбика без накида, убавка, также 3 раза. 1, 2, 3. Делаем убавку. И снова 1, 2, 3. Убавка. Раз, два, три. И убавка. Дальше я набью эту часть наполнителем и провяжу. У нас сейчас здесь получается 12 столбиков без накида.
Остальные ряды, это 19 рядов, то есть с 11 по 29, нужно провязать просто 12 столбиков без накида, 19 рядов. А во время того, как будете вывязывать 19 этих рядов, набивайте ручку наполнителем. Не слишком прям плотно, но и не слабо. Когда свяжем 19 рядов, мы с вами встретимся. Итак, провязала я 19 рядов. И в этом 30-м ряду мы будем делать 6 убавок. Первая убавка, вторая, третья, четвертая, пятая. И шестая. Обрезаем нить, оставив небольшой кончик, чтобы нам можно было спрятать эту нить. Также я убираю контрастную нить. Вставляю иголку. Так, вставила я нить в иголочку, и теперь будем каждую петельку раз, два, три, четыре, достаточно даже, и затягиваем. И теперь я куда она у меня смотрит, протягиваю нить в саму ручку и прячу ниточку, перед этим продев несколько раз по ручке внутри. И отрезаю нить. Ручка у меня готова. Распрямляю по ней наполнитель, чтобы он ровнее лег. Вот такая ручка у нас получилась. Вторую, конечно же, свяжите точно так же. Ручку я набила, я не знаю, как вам объяснить, средней плотности, что ли. То есть она не сильно прям плотная и не слишком мягкая.